Павел Борисович Луспекаев. В 1943 году 16-летним подростком он ушел добровольцем на фронт. Попал в один из партизанских отрядов, неоднократно участвовал в боевых операциях в составе партизанской разведгруппы. Во время одного из боев Луспекаева тяжело ранило в руку разрывной пулей, раздробило локтевой сустав. Его отправили в Саратовский военный госпиталь, где срочно начали готовить к ампутации руки. Усилием воли Луспекаев выплыл из беспамятства и не позволил хирургу дотронуться до своей руки, пока тот не поклялся попробовать обойтись без ампутации. Руку удалось спасти. После выздоровления Павел Луспекаев был определен на службу в штаб партизанского движения 3-го Украинского фронта.